Если вы искали игры с огромным открытым миром, с красивой графикой, да еще и на ваш телефон, то вы попали по адресу, потому что сегодня я вам покажу десятку таких игр. Поэтому усаживайся поудобнее, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну а меня зовут Влад, всем приятного просмотра и поехали. Но спонсор данного видеоролика — GTA Sam Multiplayer на Android. В нее ты сможешь без проблем поиграть с друзьями, ведь она совершенно бесплатная и часто обновляется. Также тут есть большой мир, в котором ты сможешь работать, путешествовать, покупать машины, дома и многое другое. Но если ты хочешь получить отличный бонус для старта игры, вводи мой промокод Влашев, который дает 120 тысяч игровой валюты, на который ты уже сможешь купить машину или же целый дом. Ну а установка очень легкая, скачиваем файл по ссылке в описании и устанавливаем на свой телефон, далее ждем загрузки игры. После в настройках выбираем свой ник, в формате имя, фамилия, и затем выбираем сервер, личная игра на третьем, так что заходи туда. И теперь ты можешь играть в GTA Sam Multiplayer на своем телефоне, а это офигенно. Симулятор полиции 2022. Реалистичный автомобильный симулятор о рабочих буднях полицейского. Проработанный до мелочей и качественный игровой проект, где для вас подготовлен невероятных масштабов город, открытый игровой мир, разнообразные и увлекательные миссии, а также возможность прокатиться на множестве транспортных средств. Здесь вы погрузитесь в реалии рабочих будней полицейских. Будете управлять своим героем, ловить преступников и сажать в тюрьму, разъезжать на различных тачках и участвовать в погонях. Также у вас будут разнообразные миссии, при прохождении которых вы получите незабываемых впечатление от динамичного вождения, ареста преступников, сопровождения важных персон и не только. Еще вы сможете работать под прикрытием и выполнять уникальные задания, прокачивать характеристики своего героя, открывать еще больше различных транспортных средств. В игре реалистичное управление и проработанная физика, ну а также большой и открытый мир. The Pathless. В данной игре вам предстоит изучить таинственный лес, одолеть злодеев и решить головоломки. Данная игра подойдет всем любителям динамичных, интересных и увлекательных экшенов. Главная героиня-охотница отправляется в опасное приключение для того, чтобы уничтожить зло, управляющее армией нежити. Помогать вам в путешествии будет верный спутник, это орел, а главное оружие, которое владеет героиня, это лук. Вам придется научиться меткой стрельбе, использованию заклинаний, зелий и решению головоломок. Периодически вы будете выполнять разнообразные квесты, они предоставляют собой различные логические задачи, где также предстоит использовать оружие. По пути вы должны будете собирать светящиеся сферы и исследовать зачарованный лес в поисках полезных предметов. Для победы над врагами понадобится не только прокачанное оружие, но и грамотная стратегия, ведь без нее реально никуда. Игра есть пока что только на iOS системах, на Android ждем. Wilderness. Большой очарованный мир, где вам не нужно сражаться, проходить сложные головоломки, а лишь наслаждаться красивой природой и делать то, что сами захотите. Окунитесь в прекрасный мир дикой природы, который сможет вас удивить своей красотой. Насладитесь великолепным отдыхом на природе. Вы сможете увидеть высокие горы, зеленые поля, пушистые леса, красивые озера и многое другое. Катайтесь на коньках по замерзшим озерам севера, летайте высоко в небе. В общем, делайте реально все то, что захотите. Вы побываете в самых чудесных местах, где сможете сделать великолепные снимки на память. Когда я нашел данную игру, я сразу понял то, что эта игра только для чила. Просто вы заходите в эту игру, и все проблемы, которые у вас вокруг есть, они улетучиваются. Так что если вы хотите вечерком расслабиться, то данная игра идеально подойдет. Crysis X. Откройте для себя новую MMORPG с элементами выживания в открытом мире. Красивый прибрежный город был пробужден внезапным президентским предупреждением. Смертельная вспышка инфекции уже за несколько дней уничтожила большую часть населения, и она продолжает распространяться. Люди в хаосе бежали на улицы и вскоре поняли, что их дом превращается в пустошь. По городу бродят токсичные мутанты и зомби. Инфраструктура разрушена, общество и цивилизация полностью рухнули. Вы убежали далеко в дикую природу. Вам придется собирать толпу из выживших и отправиться в путь на поиски лучшей жизни, а именно найти место проживания, обустроить его и поставить ловушки, начать заниматься фермерством и также идти на охоту. Симулятор русской деревни 3D. Да, тут графика не такая уж и красивая, но пожалуйста, не бейте. Это занимательная игра, в которую вы сможете поиграть за обычного деревенского парня. И тут вас ждут очень много увлекательных занятий. В данной игре вы сможете заниматься чем угодно, участвовать в гонках, ходить на деревенские дискотеки и даже затевать драки. Вы сможете отдохнуть от городской суеты и насладиться деревенскими буднями. Изучайте ближайшие окрестности, встречайте местных животных, путешествуйте по полям и лесам. Вас ждет множество удивительных открытий и тайн. Если вы меня спросите, почему я данную игру засунул в этот топ, то я вам отвечу, здесь открытый мир. Да и тем более задумка игры очень интересная. Так что идите убирать говно за свиньями.
Zone's Final Hour – это экшен-приключения, в которых вы лицом к лицу столкнетесь с самой суровой опасностью человечества – нашествием голодных зомби. В данной игре вам выпадет роль борца против зомби. Эти злобные монстры готовы уничтожить все, что у них встанет на пути, поэтому в одиночку с ними не разобраться. На ваши плечи упало суровое время, однако с парочкой мощных наемников вы обязательно со всем справитесь. А так, данная игра представляет собой экшен от третьего лица с превосходной графикой, которая буквально погрузит вас в реалии этого времени и его атмосферу. Каждый ваш наемник имеет свой персональный лагерь, в котором вы сможете брать новые миссии и зачищать город от зомби. Ocean is Home – это уникальный симулятор жизни, действие в котором происходит от первого лица. Игра порадует вас проработанным и обширным игровым миром, где перед вами откроются невероятные возможности. Здесь вы сами выбираете, чем именно хотите заняться. Сможете посещать различные локации, когда вам вздумается, и преодолевать самые разнообразные ситуации, которые потребуют от вас смекалки. Также вы сможете перемещаться на личном автомобиле и заниматься крафтом. Невероятных больших размеров игровой мир ждет вас, и здесь вы сможете найти себе занятие по душе, выбирая из массы предложенных. Оказывать влияние на жизнь острова, обустроить собственный дом, добывать ресурсы, торговать ими, построить бизнес и не только. В игре представлен не один остров, а целая сеть островков, и все их вы сможете обустроить. Project EOE. Человечество полностью исчезло, когда на мир обрушилась катастрофа в виде странных аномальных форм, которые появились неизвестного серебристого портала. Вступите в ряды солдатов, главной миссией каких является восстановление прежней жизни. Найдите идеальную территорию для продолжения развития цивилизации. Устраните на ней паранормальных монстров, а затем постройте дом, необходимые здания. Разведите ферму и сделайте целый город. Научитесь выживать во всяческих условиях, так как мутанты могут прийти в любой момент. Truckers of Europe – качественный и максимально реалистичный симулятор дальнобойщика с красивой графикой, увлекательными миссиями и физикой, приближенной к реальной жизни. В вашем распоряжении окажется всего один грузовик, но даже его хватит для полноценного погружения в игровой процесс. Разработчики постарались и сделали геймплей максимально реалистичным. Перед каждой поездкой придется не просто пристегивать ремень безопасности, но и заправляться, мыть транспортное средство и проходить техническое обслуживание, чтобы в дальнейшем не возникало никаких проблем. Город, по которому вы будете перемещаться, выполнен очень качественно. В нем даже есть лежачие полицейские, не говоря уже о пешеходных переходах. Необходимо соблюдать все правила дорожного движения и не создавать аварийных ситуаций, не врезаться, не повреждать груз и вовремя добираться до отмеченной точки на карте. Также тут есть динамическая смена времени суток и погодных условий. Transport Tycoon Empire. В этой игре нет открытого мира, ну как бы он есть, но вы его будете собственно сами создавать. В вашем распоряжении будет огромное количество транспортных средств, которые дадут вам толчок на развитие вашего огромного города. Собирайте транспортные средства, доставляйте грузы, выполняйте контракты и даже осваивайте строительство города, чтобы стать настоящим транспортным магнатом. На суше, на море, в воздухе ваша транспортная империя не будет иметь границ. В этой игре у вас будет роль самого главного строителя, так что удачи вам. Ну а на этом все, я надеюсь, данный видеоролик вам понравился, вы поставите лайк, напишите комментарий. Ну а с вами был я, Влад, это канал Влаши, всем удачи и до скорого.